как вы оцениваете сегодня? Молодежь хорошо относится к этому празднику 9 мая? Да, хорошо. С каждым годом увеличивается количество приходящих сюда. С каждым годом наглядно показывают уважение перед этим праздником. Этой выставки не было, а сейчас она уже второй год. И каждый раз становится все лучше, находчивее. По-разному, я думаю, относятся, понимаете? Вы имеете в виду здесь? В Эстонии, да, я имею в виду, да. Поэтому могу сказать, что в основном, конечно, праздник для всех, да. Он большой ценой достался, досталась великая победа. И если кто-то забыл историю, да, или сейчас переворачивает с ног на голову, фальсифицируя истинную правду об этой трагедии, я думаю, те, кто забудет, повторится снова. Может повториться, согласитесь. Надо об этом помнить века, чтобы молодежь это знала. У меня создается впечатление, что правильно относится. Это молодежь чувствует, что победа за народом. И народ победит. И я полагаю, что народ победит. А что вы можете сказать об отношении к 9 мая правительства Эстонии и Эстонии в целом? Ну, сказать, я сравниваю отношение правительства Эстонии. Сравнивать на уровне 10 лет, что было 10 лет тому назад, что сейчас. Улучшилось. Правительство Эстонии, особенно центристской партии, осторожно, но все-таки доходит до них величие того подвига, который совершил советский народ. Величие подвига эстонского стрелкового корпуса и величие того, что во время советской власти здесь было возведено, построено и оставлено народу на вечное, эстонскому народу на вечное пользование. Я тоже думаю о правительстве, потому что мое такое везде празднуют, понимаете? В Германии, там, в Израиле, государственные праздники. Ну и почему бы, допустим, не признать или хотя бы поучаствовать, да, в этом и правительству? Если бы не эта победа, может быть, и правительства этого не было, понимаете? Я полагаю, что нормально совершенно. Я выслушал поздравления. У нас ничего не запрещено, не смотреть. Все можно. Так что нормально совершенно. Ну и пару слов как поздравления для читателей Дельфи, чтобы вы передали сегодня. Пусть все читатели чтят закон и будут здоровы. Долгие-долгие годы.